Здравствуйте. Здравствуйте. Тверское информационное агентство. Сегодня на вашем балконе висела растяжка по поводу отопления. Угу. Можно с вами побеседовать? Угу. Я уже пришла, ее уже нету, и клочок болтается. То есть они дернули ее, и моментально она слетела. А с администрации с какой подъехали-то? С Политарской. Да? А такой седовласый, высокий, я знаю, что он там, главное, не помню фамилии, как его. Но как он приходил в отбор, представлялся. А как давно у вас растяжка-то была на балконе? Мы вечером повесили. А утром где-то в 11 ее уже не было. А кто изготовил? Изготовил тут, с нашего дома. Ага. То есть меня просто попросили повесить, потому что уличная сторона, как бы, чтобы можно было подтянуться. Появилась она по самым главным причинам. У нас нет отопления. И мы живем в страхе. Вот снимите, пожалуйста, вот это вот наше. Там. И вы увидите, вся старая проводка, стало холодно, люди стали включать батареи, там всякие, у кого что есть. И, естественно, сразу же у нас вышибают щиты. Во втором подъезде, в третьем подъезде горел щиток. То есть мы находимся вот в такой страшной обстановке. То ли пожар, то ли что будет, неизвестно. Вот. И поэтому, значит, старшая по дому, она, конечно, занята в основном вот этими ходьбой по мукам, чтобы дали нам газ. Отапливает нас фабрика Вакжанова, раньше отапливала, а теперь какая там называется, мануфактура какая-то, да? Тверская мануфактура. Тверская мануфактура. В общем, короче говоря, у нас, значит, ежегодно, вот со второго года, с 2002 года, постоянно вот такая проблема с отоплением. И сколько мы не ходим, одни обещания. И вот народ вылился вот в такой протест. Да. Но мы, в принципе, согласны с этим. Согласны. Вот, пожалуйста, пройдите. Надо батарею показать, да, что ли? Вот, пожалуйста, батарея. Вот она холодная. Все. И вот уже, смотрите, что мы вот так раскрываем. Недавно ремонт был. Да, вот недавно ремонт.